День натуралиста, приветствую вас, Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. А мы топчемся по росе. Упражнение для тазобедра. Переходим с ноги за ногу, перетаптываемся. Расслаблено состояние бедра. Отличная погода, тепло вообще неимоверное. Раз. Да, я умею свистеть, а что делать? Аж хулиганка была в детстве. Не такая, чтобы красть и бандитничать, но хулиганка. Ну все, подошли ножками. Немножко снять напряжение, то, которое образовалось при топтании. И пошли по росе. Солнце, 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 теплая роса. Ладрыга, ням-ням-ням. Нет, я не испытывать не буду, потому что холодная роса вредная. Ну, как она не вредная, но ходить по ней не нужно. По холодной росе. Лучше ходить по прогретой солнцу, которое напитано уже солнечными лучиками. Розычка. Что-то столько шума, вроде бы еще рано, а шума столько. Розычка. Обычно в это время нет шума. А что, сегодня? А нет, сегодня будет. Стелит ковер клевер. Вот эту травку, кстати, я не знаю, как называется. Она тоже хорошая укромная травка, да? Тетя, что, мошка тебя, что ли, грызет или что? А это мокрые от росы у тебя лапы. Что ты завалился, деловая колбаса? А? Деловая колбаса? Деловая колбаса, я ж тебе глаза вытерла. Что у тебя там? На, обрежем пальчик. Короче говоря, друзья, у нас очень хорошая погода. Вот. Просто замечательно. Прям тепло. Классно. Вообще супер-пупер. Хорошо, если август такой весь будет теплый. Хотя, кстати, да, я же где-то смотрела по какому-то, не помню, по какой-то примете, что август должен быть теплый. Не помню по какой. Блин, вообще. То, что осень будет ранняя. Ну, так, август это же еще лето, это еще не осень. Поэтому... Вечно смотрит на моего дружочка недовольно. Тихо. Зайчик. Сменил бы мысли, он бы лаять на него перестал. Что за, блядь, вообще тупнина. Вообще не развиваются люди, абсолютно. Они, то, что происходит с ними, они даже выводы не делают. Трындец вообще. Это называется деградация, друзья мои. Поэтому если что-то, какие-то даже маленькие неурядицы, да там, кто-то забухтел на вас в очереди, да, или косо посмотрел, делайте выводы. Ну, и после этих выводов уже такого не повторится. Пойдем, пойдем, пойдем. Мне же ходить надо, что-то я ж не буду топтаться на одном месте. Уже потоптался. Ну все, друзья, всем хорошего, доброго дня. Благодати. Это мои топтушки. Вытоптанные. А это топотушки, а это лопотушки, это солнечные попушки. Всем хорошего, доброго дня, солнца, душа и радости. Заходите на мой детский канал «Солнечный диванчик» со своими детишками. Будьте счастливы и здоровы. Всем самого доброго. До встречи. Пока. Пока-пока. Еще попляшем.